10 лесных пожаров в Звенигороде произошло в прошлом году. Причина большинства из них – человеческий фактор. Возгорание всегда легче предотвратить, чем потом потушить, говорят сотрудники Мособлеса. Поэтому к новому пожароопасному сезону подготовились заранее. В Звенигородском филиале ГКО Мособлес при подготовке к пожароопасному сезону проведено обучение личного состава по технике, по тактике, технике и мерам безопасности при выполнении работ по тушению лесных пожаров на территории земель лесного фонда. После прибытия на место возгорания лесная охрана проводит первичное тушение пожара, осматривают территорию и передают информацию в другие ведомства. Оперативно и эффективно выполнять свою работу сотрудникам помогает специальное оборудование. Каждый патрульный автомобиль укомплектован необходимыми средствами для первичного тушения лесных пожаров. Это ранцевые лесные огнетушители, лопаты, ведра, емкости для воды, топоры и бензопила. Настоящей бедой каждую весну становится пал сухой травы. Он приводит к лесным пожарам, страдает природа, сельское хозяйство, имущество граждан. При обнаружении любого возгорания специалисты рекомендуют не пытаться тушить его самостоятельно. Необходимо сразу же позвонить в 112. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».